Здравствуйте! Представляем вашему вниманию новинку в линейке декоративных штукатурок Десан. Фасадную структурную штукатурку Десан Версажель 1.0, которая обладает рядом преимуществ. Позволяет получать достаточно рельефную фактуру шале на фасаде. Окрашена на всю толщину, не требует дополнительного покрытия краской. Наносится в один слой, тем самым сокращая трудозатраты. Образует эластичное и трещиностойкое покрытие. Устойчиво к атмосферным воздействиям, морозостойкое. Скрывает мелкие дефекты основания, не требует тщательной подготовки стен. Колируется в пастельные цвета по любому каталогу для красок, что поможет создать неповторимый индивидуальный образ вашего дома. Для получения фактуры вам понадобятся следующие материалы и инструменты. Для подготовки поверхности белая акриловая структурная грунтовка Золок 0023S, которая наносится на поверхность с помощью ниточного валика. Для декоративного слоя структурная декоративная штукатурка Версажель 1.0, которая в свою очередь наносится на стену с помощью набора шпателей. Итак, приступим к декорированию. Под Десан Версажель 1.0 не требуется сверхтщательной подготовки. Стена должна быть предварительно отштукатурена. Для подготовки поверхности используем структурную грунтовку Золок 0023S белого цвета. Наносим грунтовку Золок 0023S ниточным валиком с длиной ворса 10 мм. Расход грунтовки Золок 0023S 200 грамм на метр квадратный. Через 4-6 часов после высыхания подготовленной поверхности приступаем к нанесению декоративной штукатурки Десан Версажель 1.0. Предварительно ее перемешиваем. При помощи металлического шпателя наносим декоративную штукатурку на стену, сразу же формируя рисунок в виде заметных рельефных гребешков. Расход декоративной штукатурки Десан Версажель 1.0 составляет 2 кг на метр квадратный. В результате получается ярко выраженная фактура шале, которая привлекает своей простотой исполнения, технологичностью и природной натуральностью. Она прекрасно подойдет для самостоятельного нанесения.